В преддверии наступающего Нового года в совхозе имени Ленина состоялось праздничное мероприятие. Представители всех подразделений Большого агропромышленного предприятия собрались в Доме культуры поселка. В праздновании также приняли участие работники бюджетной сферы. По итогам работы уходящего года многие были отмечены благодарственными письмами и грамотами. Уже в фойе Дома культуры совхоза имени Ленина ощущался праздник. Валентина Васильевна Губанова – пенсионерка, но дома ее не удержать, потому что за долгие годы работы в совхозе поселение считает родным. Всем-всем-всем желаю крепкого здоровья, семейного счастья и желаю нашему совхозу процветать еще больше, еще лучше. Он у нас самый красивый, самый хороший. С хорошим настроением на праздник пришли и доярки совхоза. А им есть чему радоваться и гордиться. Коровы делятся круглый год у нас. На конец года у нас больше 400 голов телят мы получили. Бычков меньше, у нас сейчас больше получают телочек. Нам они нужнее, конечно, для мы выращиваем для себя своих коров. От наших же телят. У нас телята все, ну, племенные. В ЗАО «Совхоз имени Ленина» трудится свыше 400 человек. Это предприятие одно из лучших не только Подмосковья, но и Российской Федерации. На праздник собрались представители всех производств сельскохозяйственного комплекса. Заслуженные награды получили многие рабочие. Вы показываете пример тому, как нужно развивать сельское хозяйство, что оно может в Московской области развиваться и развиваться успешно. Большое вам за это спасибо. Сотрудники совхоза не только добросовестно выполняют свою работу, но и участвуют в различных конкурсах. Олег Хромов, исполняющий обязанности главы Ленинского района, Александру Федорову и Анастасии Ворониной вручил дипломы ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Хотелось бы, пользуясь случаем, сегодня выразить всем работникам сельского хозяйства Ленинского муниципального района, отдельно работникам совхоза имени Ленина, большие слова благодарности за то, что они обеспечивают нашу национальную продовольственную безопасность. А в период такого вот непростого времени это важнейшая задача, которая перед нами ставится нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и нашим губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым. Поздравили сельчан и депутаты Совета депутатов Ленинского района. За большой вклад в социально-экономическое развитие поселения отдельным руководителям были вручены грамоты. В совхозе имени Ленина стало хорошей доброй традицией чествовать в конце года и работников сельского хозяйства, и работников бюджетной сферы. Сделано все то, что, над чем работали. И это очень приятно. То есть можно сказать, что к Новому году мы подходим с тем, что наши планы все выполнены. И те показатели, которых мы хотели достигнуть, мы достигли. Конечно, очень хочется, чтобы следующий год был не хуже этого. Людмила Медведева и я, Дамя Екатерина Чернышова, «Видное ТВ».